целый год после рождения дочки певица Нюша держала в секрете имя своей малышки. А все потому, что девочку нарекли Серафима Симба в честь героя популярного фильма «Король лев». Наталья Водянова назвала свою дочь в честь реки. Малышка получила имя Нева. А двоих дочерей солиста группы «Ума Турман» Владимира Крестовского зовут Ясмина и Ума. Старшую в честь модели Ясмин Лебон, а младшую в честь названия группы отца и имени актрисы Умы Турман. Сыновей известной бизнес-вумен Айзы Анохиной зовут Элвис и Сэм. Популярный блогер Оксана Самойлова своим дочерям дала редкие имена – Ариэлла, Лея и Майя. А у теле- и радиоведущей Ольги Шелест – дочери Муза и Айрис. Свой выбор звезда аргументировала тем, что все детство ее не устраивало ее слишком распространенное имя, поэтому она захотела придумать для наследниц что-то оригинальное. Сергей Шнуров своего сына назвал Аполлоном в честь поэта Аполлона Григорьева. При крещении мальчику дали имя Павел, и теперь молодой человек использует оба этих имени.